Друзья, всем огромный привет! Сегодня приготовим утку к праздничному столу. Для этого нашим понадобится. Утка у нас чуть больше 2 кг, соль, перец, яблоко зеленое, айва. Утку заранее помыл. Сейчас еще раз протрем бумажными полотенцами, уберем лишнюю влагу и уберем лишние детали, которые нам не понадобятся. Перевернем так вот на спинку. Так, крылышко подрежем. Так, гуску. Ну и тут лишняя кожа. А здесь тоже чуть-чуть жирок уберем. Она и так у нас жирная. Теперь надьем соль и перцем. Здесь перемешаем. Перец у меня свежемолотый, черный. Заранее его перемолол. И внутри тоже натрем соль с перцем. Сделаем легкий массаж крылышки, ножки, нарежем айву и яблоко и добавим внутрь. Режем любой формы. Так. Яблоко и айву мы нарезали. Будем укладывать внутрь. Чтобы последний кусочек яблока, айва вся залезла внутрь, и яблоко. Так, теперь закроем зубочисткой. Так. Так, раз. И поворачиваем. Можно было, конечно, и нитками, но я не вижу в этом необходимости. Так. Сверху я тоже закрываю. Вот такая у нас получается утка, нафаршированная айвой и яблоками. Сейчас будем перекладывать в рукав. Вставляем нашу утку в рукав. Вот так вот. Сейчас завяжем. Берем. Вот так у нас получилось.
Отправляем в духовку разогретую при 200 градусов на 2 часа. Потом продолжим. Ждем. Что, ребят, прошло у нас 2,5 часа. Сейчас раскроем, посмотрим. О, какой цвет красивый. Я думаю, не стоит отправлять в духовку. У нас корочка румяная есть. Красиво. Сейчас остынет и будем пробовать. Что, ребят, пришло время пробовать нашу уточку. Смотрите, какая она сочная получилась у нас. Прямо разваливается. Вот так вот. Мега сочные. Нотки яблока своего отдают. Вот прям привкус. Очень вкусно, ребят. Утка у нас получилась мега сочная. Правда, жирноватая. Ну, можно себе немного позволить приготовить такое вот блюдо на большой стол. Я думаю, останетесь довольны. Если понравилось наше видео, ставим лайк, подписываемся на наш канал. Спасибо, что смотрите наше видео. До новых встреч. Всем пока.